Приветище, это Satisfactory и мое производство на инопланетной планете. Я тут немножечко заводик переработал по сравнению с тем, что было раньше. Как ты можешь заметить, литейная у нас приехала вот сюда. И, кстати, спасибо за комментарий о том, чтобы летать на джетпаке, не сразу все топливо израсходовать, а вот так вот. Поочередно кликать, 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 кликать и лететь дальше и выше. Ну, короче, так экономичнее топливо расходуется. И это действительно так. В общем, смотри, летуха у меня переехала сюда. Тут у меня немножечко переехал сюда правее вот этот комбайн, который собирает для меня сейчас вот такие вот тяжелые модульные каркасы. Мне осталось еще чуть-чуть, еще сколько я в общем собрал? 19. Мне осталось еще 6 таких каркасов, и дальше мы будем здесь производить, знаешь что, компы, компьютеры будем делать. Вот. Но до этого еще надо дожить. Значит, что еще? Да, в принципе, вроде бы все. А, ну, конечно же, утилизатор переехал сюда. И тачка Илона Маска теперь у меня здесь стоит. И вроде бы все. Вроде бы больше никаких изменений. Ну и, конечно, конвейеры летающие, левитирующие, кому как угодно. Короче, которые проходят сверху. У меня их добавилось чуть больше. Я все наладил, за исключением, знаешь чего? Пластик. Я не знаю, как пластик теперь сюда вот транспортировать. Потому что у меня пластик поступает вместе с топливом и с резиной в один контейнер. А мне он нужен сюда. Мне уже давно, на самом деле, писали в комментариях о том, чтобы я сделал вот эту вот штуку, где она, где это, вот эта грузовая станция. И я теперь сейчас думаю, куда бы мне эту грузовую станцию воткнуть, чтобы точилочки таскали мне груз. Вот, например, здесь, пускай она станет. Я посмотрю, что там, как там. Нифига себе, тут конвейер подходит. Кстати, говорили, что она может еще и тачки заправлять, но не просто так. То есть не из воздуха она их будет заправлять. Нужно сюда подвести тот ресурс, который потребляет трактор или грузовик. В нашем случае это бензик. У меня созрел другой план. Раз я, короче, не хочу строить еще одну конвейерную ленту и не хочу вести сюда трубопровод, чтобы здесь производство это все наладить по переработке резины и топлива, я предлагаю взять вот этот грузовичок. Хотя он слишком большущий, наверное, нет. Мне достаточно будет одного маленького, потому что там мост такой хлипкий. И я не хотел бы, чтобы мой грузовик упал в воду. А где мой маленький? Где мой маленький тягач? А, я же его разобрал, точно. Вот этот вот трактор. Ну шо, большой брат, поехали. Объясню, почему большой тягач нам не нужен. Потому что мы будем перевозить исключительно пластик. А его достаточно немного. А соответственно, нам нужна и небольшая машинка. Грузоперевозки, грузоперевозки. Ну все, сейчас будем раскидывать своими мозгами и зелеными, как нам что тут намудрить. Да, топливо у нас тут, пластик у нас здесь. Получается, вот эту штуку мы разбираем. Пластик у нас больше не будет ездить совместной конвейерной лентой. Ставим здесь лифтик, вот такой высоченный, просто очень высокий. И тащим все это вот сюда. Тут мешается. Тогда вот так. Годно, пока вроде все огонь. Вот сюда и к нашему трактору. А тут у нас сейчас встанет грузовой модуль. Мы все как-нибудь тут раскрутим, поставим грамотненько. Ничего что-то не впихивается, слушай. Надо спилить деревья. Есть! А, построить-то я не могу ни из-за места, модуля не хватает. Придется трактор разобрать. Трактор, прости. В тебя я вложил слишком много модулей. Так, значит, вот теперь влезает. Тыкаем, значит, тебя вот так. Встал вроде как надо. Тут у нас выход. А здесь два входа, правильно же? Значит, один вход мы забиваем пластмассой. Вот. А другой, скорее всего, надо топливом забить. Ну, я предлагаю здесь еще один разветвлитель тогда поставить. Вот такой вот. К нему подключить конвейер и лифт. А с этой стороны будет выходить сюда. А с другой стороны, вот, наверное, с этой стороны поставим лифт. Вот. Наверх давай. По-царски. Ага. И от него конвейер туда сейчас заташим. И все. Хобачки. Подтянули конвейер. И теперь ровненько он туда заходит. Все, четенько. Топляк и пластик нам сюда поступает. Но что-то нифига не заходит. А почему пластик не заходит? Наверное, потому что я электричество не подключил. Логично же. Так, электросеть у нас есть свободная? Где у нас сетка? Нашел одну, нашел, есть. Во, теперь все заходит. Четко, осталось только тачку собрать. И хочу еще дождаться топлива. По идее, оно должно вот сюда куда-то заливаться. Я, короче, знаешь, что придумал? Чтобы не возвращаться мне на базу, мне всего лишь достаточно построить... Где эта штука? Верстак, верстачок мой дорогой. Пусть он здесь будет. Неудачно его, на самом деле, поставил.
На каждой территории, где у меня есть хоть какое-то малейшее производство, должен быть верстак. Без него просто никак, как без рук. Вот, заходим сюда и делаем эти модули каркасные. Вот 4 штуки, а мне их маловато, наверное, будет. Надо побольше сделать. Извилин жарит, работает. Все, трактор есть. Сейчас мы его настроим. Вот, он стоит сюда. Топливо, сейчас посмотрим, как... 12 топлива, откуда у тебя 12 топлива? Тебя заправили, что ли? Он уже загружает в него, подожди. Че ты в него загрузил? О, уже 14 топлива, ништяк, он его грузит. Офигенно. Ништячок, теперь не нужно запариваться по поводу заправки нашего транспорта. Значит так, подъезжаешь такой сюда, погудел. Вот, теперь, значит, нам нужно включить автопилот. А нет, надо начать запись. Запись начата, все. Вот ты загрузился, поехал отсюда. Гоним. Надеюсь, 30 канистр топлива нам хватит. Вот здесь вот заезжаешь. Вот таким макаром. Хотя по-тупому я тут, конечно, придумал заезд, но ладно. Надо было вон там с песков заезд сделать. И все. Ну, что думаешь, справится наш самоуправляемый трактор и не упадет здесь в речку с нашего мостика импровизированного? Надеюсь, что не упадет. Мы уже подъехали к своей базе. Нам нужно заехать с другой стороны. Едем вот так. Блин, тут у нас капец. Тут же тоже конвейерная лента. По низу проедем, нет? Как думаешь? А, проедем нормально. То, что нужно. И вот тут вот осталось как-то проехать. Наверное, вот здесь вот смогу. Да, смог. Ништяк. Вот сюда подъезжаем. Вылазим. И сейчас нам нужно здесь поставить еще одну грузовую станцию. Ну, допустим, она будет вот здесь. Вот так вот стоять. Значит, все, что мы с тобой привезем, это отправляется у нас на лифт. Без него тут тоже никак. Вот, поехал на лифт. Делаем конвейер, и, в принципе, все готово. Осталось только подрубить нашу грузовую станцию. Подключим ее вот от этого столбика. Все, подключились. Все теперь работает четенько. Он забирает у нас... Он же забирает, а не грузит, правильно? Он что-то выгрузил. Что-то выгрузил. Нам нужно забирать. Вот, забирай с тачки. Вот я подъехал. Из меня сейчас пластик должен забрать ты. Да, забрал коробочку. Приехали. Здесь у нас остановочка, погрузочка. Нам погрузили. Ага. Ну и все, можно запускать автопилот. Включить автопилот. Я выхожу. Тачка, давай, поехали. Поехали. Он поехал. Ништяк. Трактор наш поехал самостоятельно. Я тут сейчас тебе кое-что покажу. Я тут все-таки построил этот мостик. Вон он. Он теперь прямиком туда заезжает. И надеюсь, что он не свалится с этого моста, как я ранее уже говорил. Достаем мою табуреточку. Пешочком-то бежать. Я что, с дуба рухнул, что ли? И поехали. Ставим мигалочку и гоним. Здесь я, короче, тоже переделал мальца маршрут. Так, нашу тележку здесь надо убрать, чтобы она тут не мешалась нашему трактору. Убираем, ты нам больше тут не нужна. Здесь я немного тоже переделал маршрут. Смотри, мы едем теперь не налево, а направо. Вон на тот мостик, я его сделал специально, потому что там корявый какой-то путь, там машина постоянно застревала. В общем, теперь у нее шикарный тут мостик. Она через него переезжает, и сейчас она должна поехать в обраточку. Машина эта наша, она там должна погрузиться, точнее выгрузиться, и... Где он там? Эй! Пупсик! Тачечка, давай попрыгаем на нашем пузане. Опа-на, как на батуте. А, во-во-во, едет. Ништяк, красава, как он мчит-то. Как он едет-то. Да, меня сбил свой же трактор. Браво, браво, я хотел посмотреть, как ты через мост проедешь. Давай посмотрим, как он его преодолевает. Так, заезжает спокойненько. Чуть там не угробился, но вроде в порядке вещей. И было бы прикольно, если бы он сбил вот этого здоровяка. Давай-ка на него просто сядем. Я же могу это сделать, вот. И он сейчас нас покатает. Бесплатное такси. Едем. Поехали. Сколько у тебя топлива-то посмотреть хоть? 89, норм. Топлика дофига. Давай похлопаем нашему трактору. Какой ты молодец. Еще разок. Браво. И покрутим инструмент свой крутой. Слушай, ну это же вообще обалденно. Если мне нужно в эту сторону, да, к нашим топливным перерабатывальщикам, то я просто запрыгиваю на свой трактор и еду. Лафа.
Грузоперевозки у нас наладились, теперь все будет у нас хорошо. Давай вернемся к нашему комбайну. Он тут уже куча, наверное, этих жестких, тяжелых модулей надел. Ну да, 18 штук. Мне этого достаточно. Теперь нам нужно другое производство. Нам нужны компьютеры. Так, для компов, значит, винты поступают. Я еще могу от себя подкинуть. Нужен пластик, печатные платы. Печатных плат у меня, кстати, дофига. Мы их сразу сюда поставим. Кабели. Кабели у меня тоже дофига. Ну и, собственно, пластик будем, наверное, отсюда как-то вытаскивать еще. Можно тут как-то разветвитель поставить? О, прикинь, можно. Круто. Значит, мы его ставим вот так. Поскольку трубы нам теперь не нужны. Это же трубы, правильно? Да, трубы. Мы их убираем. Вот так вот. И сюда сейчас закинем пластик. Обаньки. И отлично. Пластик у нас будет и сюда поступать, и туда. А еще, нам нужно решить вопрос с кабелем. Вот у нас проволока. Давай мы здесь разветвитель тоже воткнем. Вот таким вот образом. И попробуем здесь поставить конструктор. И он, кстати, здесь влазит. Чуть-чуть места ему не хватает, но в принципе он здесь влазит. Я, короче, знаю, что сделаю. Я вот это вот все сейчас тут разберу. Здесь конструктор поставим. Вот таким вот образом. Сюда подтянем. А этот конвейер пустим немножечко по-другому. Мы его введем вот сюда. Прям в самый край. Разворачиваем. И все, и он тут никому не мешает абсолютно. И место вагон. Ставим, значит, лифт. Наш любимый, без него теперь никуда и никак. И делаем здесь тоже лифт. А как по-другому? По-другому никак. Вот и все. Кабели теперь у нас будут поступать сюда. Осталось только это все подключить к электричеству. Сейчас мы этим займемся. Вот. И все должно поехать. Я же там настроил кабели, правильно же? Да, кабели есть, они делаются. И поехали. Вот. Фонарик можно включить, вот они, поехали. Осталось только дождаться пластика. Он, кстати, вот почему-то стоит. Почему ты стоишь? А, ну конечно же, ты посмотри, сколько тут труб. Пластик теперь сюда поступает, отлично. А грузовичок туда-сюда мотается, молодчик. А здесь у нас начинается производство компьютеров. Там что-нибудь новенькое появится или все так же собирается? О, новые какие-то запчасти, нифига себе. А, нет, это все то же самое. Ну, ЧТО, ЧТО, я тебе хочу сказать, мы цель достигли. У нас все ресурсы есть. Сейчас отправляем нашего дрончика. Значит, вот этот закидываем сюда, это вот сюда. Тут у нас, это что, комп... А, компы, точно, я же еще компы не собрал. Как же я мог достигнуть цель без компьютера? Блин, ну ты только посмотри на это детище. Ты посмотри, какая здесь паутина производственная. Ух. Машина, я бы даже сказал. Знаешь, что я думаю? Я думаю, что мне тут крайне не хватает освещения ночью. Поэтому предлагаю прикупить в магазинчике световые приборы. А именно, светильники и прочую всякую борду. Вот, например, прожекторы. Блин, 5 купонов. Это ж капец как дорого. Освещение помещений. Управление освещением. Уличный фонарь. Ну, давай, наверное, с него начнем. Посмотрим, как он себя поведет. Потом... Конечно же, мне управление освещением понадобится. Это 3 купона я уже потратил. Ну ладно, давай вот это вот еще купим. Вот это вот у меня должно хватить. Да, 6 купонов, у меня ровно столько есть. Утилизатор предлагаю запустить. Давай запускать, посмотрим, сколько у нас потребления электроэнергии сейчас идет. Что у нас? А, в порядке у нас мало. Малое потребление сейчас. Вот они наши, уличный фонарь. Это что такое? Подождите. Что это там за фигня какая-то? Чего не хватает? Не хватает кварцевого кристалла. Где мне его добыть, кварцевый кристалл? Блин, рано я, походу, осветительный прибор купил, да? А я могу кварц искать? Нет, пока не могу. Да и пока незачем, потому что я производить из этого сырья ничего не могу. Мне в комментариях, кстати, писали, какое-то сырье добывать, я мимо какой-то руды странной проходил. Вот, когда нефть искал. Мне сказали, типа, собирай, это нужно тебе для того, чтобы что-то там делать. Какую-то прикольную штуку, я уже забыл, давно писали в комментариях. Но я подумал, нафига мне ее собирать, она место будет занимать. И все равно не могу с этой руды ничего пока делать. Поэтому и не собираю. Че, сколько у меня там компиков-то уже сделалось? Компики, че там у нас? 2 компа. Ну че так медленно-то? Все пластик тормозит, да? Понятно. Нужно больше пластика. Пойдем на мою остановочку. Сейчас дождемся маршруточку и доедем до нашего нефтяного предприятия.
Вот она, наша остановочка, все, ждем маршрутку. Со, маршрутка прибыла, прыгаем. Тихо, тихо, без меня не уезжай. Так, чем мы тут встали? Давай, разворачивайся, не дрейфь. Маршруточка. Ну все, в дальний путь, как говорится. Я скоро вернусь, я скоро приеду. Моя остановочка. Я здесь, пожалуй, сойду, спасибо. Спасибо, месье, сколько тебя там пластика загрузит? 41, но это вообще ничего. Вообще. Так, значит, пойдем разбираться, почему так мало пластика, а? Ну, как бы понять-то можно. У меня канистры с бензиком делаются. А бензик мне нужен. Нужен. Давай, значит, мы еще один очиститель поставим. А, я совсем забыл, зачем нам еще один очиститель ставить, если мы можем атаку сделать, смотри. Просто ускорить производство. И у нас будет пластика вагон. Главное, чтобы у меня цистерна мазута не забилась очень быстро. Тут у меня что? А, здесь у меня топливо. Ну, по топливу все ок пока. Ты посмотри, сколько пластика теперь поехало-то, а? Так, 50 в минуту, это, конечно, вообще шикарно. Посмотрим, сколько у нас отправляется теперь на верхний конвейер. Вот такой вот очереди и шло. Сейчас должно побольше быть. Ну вот, смотри. Размер сократился, было вот так, а стало вот так. Значительно, очень хорошо. Это получается, если раньше мы возили по 40, по 41 пластику, то сейчас мы должны по соточке точно возить. Сейчас посмотрю. Маршрутки пока нету, мне же еще обратно возвращаться. Что у нас тут показывает? 35. Ну, сейчас маршрутка подъедет, я и посмотрю, что там у нас в итоге выйдет. О, а вот и маршрутка приехала. Отлично. Что у нас, сколько тут? А, она уже загрузила. Блин, как быстро-то. Садимся. 40. Пока 40. Ладно, посмотрим, что в следующий раз привезем. Так, сейчас вот эта вся упаковка. 40 пластин. Ты куда идешь? Не иди сюда. Сейчас разломаешь мне тут все. Ну куда он прется, а? Ты гляди, он прямо на предприятие заходит. Поработать захотел, что ли? Короче, смотри, весь пластик сейчас уходит туда, потому что тут у нас все забито, и это очень хорошо. Не ходи здесь, говорю. А то я сейчас вот так вот тебя получай. Блин, прикольно от него отпружинивать, конечно, вообще. Сколько всего компов мы сделали? 12. А мне нужна сотня. Это катастрофа. А что у нас, кстати, в утилизации? Давай посмотрим, сколько там я купончиков уже могу получить. Купончик... 3 купона? Обалденно, забираем. 4 есть, пойдем в магаз, что-нибудь прикупим. Обожаю шопиться просто до невыносимости. Мостик можно купить. Заводское ограждение. О, заводское ограждение. Ну слушай, для того бугая это ограждение будет фигня. Он все равно будет через него ходить. Заводская лестница не нужна мне пока. Стены. Я вот давно хотел вот такие стены прикупить и оградиться. Стены с окнами. Вот, окна еще хотел тоже. Но 9 купонов, у меня пока такого нет добра. О, кстати, газовые фильтры надо же понаделать. Точно. И сам этот, противогаз. Так. Противогаз. Где он? Респиратор он тут называется. Резина у меня полно. Пластик нужен и... Понял. Значит, нам нужна ткань. Ткань. Чтобы сделать ткань, нам нужен мицелий и биомасса. Еще, кстати, хотел зайти в мамку, посмотреть, что у нас тут по исследованиям. Покажи мне, что еще. Улучшение сканера объектов. Понятно, тут у нас что-нибудь новенькое есть? Нет, нифига. О, это что у нас? Генератор и прочее всякое... О, генератор нужны. 25 штук генераторов у меня где-нибудь не завалялись? Они завалялись, они 100% у меня где-то валяются. Вот здесь вот, в этом ящичке... Это Во, 71 штук. У меня здесь и ткань есть, нифига себе. Ладно, пойдем теперь мицелий добывать. Не нашел я этот мицелий, но у меня уже достаточно средств, чтобы сделать газовые фильтры. Я сейчас их понаделаю тут сколько смогу. Вот так вот. Чудесно, 5 штук мне хватит. Полетели теперь обратно. Давай-ка мы с тобой изучим вот эту штуку. Начать исследование. Это называется питательная смесь. И теперь я ее могу делать. Короче, как я выяснил, мицелий растет на деревьях. Не всегда, но он растет. И его еще можно найти в пещерах. Вот, собственно, в пещеры-то я и пошел. О, гляди, на что я наткнулся. Вот мицелий мой дорогой. Забираем это все. О, а это тоже мицелий? Смотри, какой большой гриб. Ну и, конечно же, тут эти, блин, сраные мухи. Ну идите. Нападайте. Кия кунг-фучи вам покажу. Хопа. Где еще один? Опа. И последний. Да что ж такое-то, промахиваюсь. Совсем. Забыл, как это делается.
Ну что, давай спилим вот эти штуки. Там должна быть куча мицелия. 48 мицелия, известняка и куча всего другого. А вот это вот не мицелий случайно? Это можно как-то спилить? Спилить бы вот это. Ой. Вот это вот. А, это просто наростки какие-то. Отстань от меня, муха. Пошла вон. Ну все, можно теперь и записаться официально в грибоеда. В грибодобычу. Ух, сколько здесь грибов. Ты посмотри. Можно я вот это все спилю, заберу? Хлыбыщ. Надо было там так же делать. Все, бензопилой спилить. Разом. Офигенно. Ой, нет, 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 нет. Только не вы, только не вы, только не вы, не вы, не вы. Не вы. Пошел вон. Капец, вас тут много. А, банда насекомоядных налетела на меня. Где-то еще. Иди сюда. Еще сзади кто-то есть? Взлетаем, 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 взлетаем. Вот тут я, наверное, посижу, ага. Они же не бегают по стенкам. Так, где мой медицинский ингалятор? Фух, внюхнули. Пойдем разбираться дальше. Так, где вы, где вы, где? На-на-на-на-на! Какой-то джедайский, блин, боевик. Фух, отбился. Мясо зато подобрал. Мясо нужно для исследования других ингаляторов. Ого, ты посмотри, как у меня батареечки тут заряжены. До максимума. Ничего себе, они как искрятся ты. Ну что, пришло время ткань подделать. Шитьем заняться. Ткань набрал. Теперь мне нужна пластика. Огромная куча. Вот, наверное, здесь и свистнем. Создаем его. И давай попробуем одеть. Одеть его, скорее всего, надо на тело, правильно же? О, мы дышим, дышим, дышим. Ну что, пойдем, наверное, куда? Вон туда сходим? У меня же... Блин, я же снял его. Поднимаемся. Нам сейчас тут будет плохо. Надо повыше подняться. Давай, 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 давай. Вот, одеваем его. Ой, нам хорошо. Блин, только не вы, а? Ну что ж такое-то? Как я быстренько с ними разобрался. А ты иди ко мне. Ну, шикарно же. Вроде работает, правда, фильтры быстро кончаются. Но зато дышать я тут уже могу. А можно как-то вот эти штуки сломать? Может быть, их выпилить можно, а? Не, никак, никак. Все, минус один фильтр. А, летать-то я больше не могу. Я же убрал джетпак. Ладно, скатываемся отсюда. Ну вот, собственно, и круто. Теперь у нас есть фильтр. Обратно надеваем джетпак. Осталось только где-нибудь раздобыть вторую ячейку для тела, чтобы у меня был и джетпак, и респиратор. И тогда будет вообще огонь. Ну, на сегодня-то все. Если понравилось, то не забывай ставить лайки, а я пошел делать компы. Чтобы следующую серию мы наконец-то их отправили в космос. С тебя лайк, если нравится Satisfactory под этим видео, ставь лайкосы, огромные такие, жирные. И подписывайся, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующих крутых видосов. А увидимся мы именно на них. Так что до встречи.